20 секунд у «Спартака» на игру 5-3. Даугавиндж. Зрители голос подали. Ну, понятно, чего они все хотят от «Спартака». Кутейкин, Хохлачев. Хороший розыгрыш. Здорово, но затолкают от шайбу ворота. Нет. Раз, два, три. Три поперечные передачи, в результате которых, ну, собственно говоря, тройка обороняющихся практически на каждую эту передачу вынуждена реагировать, да, то есть менять позиции. И очень непросто в такой ситуации, очень сложную комбинацию разыграли хоккеисты «Спартака» и своего добились. Довели шайбу на дальнюю штангу до Ильи Зубова, но вот просто запихнуть шайбу в ворота Коновалова, собственно говоря, вратарь «Локомотива» и не позволил. Прижал шайбу, справился с первым броском, с добиванием, и потом уже партнеры успели накрыть Зубова, пытавшегося нанести третий бросок по воротам Коновалова.